Всем привет! Сегодня 14 июля 2023 года. Нахожусь на площади Жукова возле входа в стадион Ленина. В этом доме был магазин «Старт», сейчас «Стройстарт» от лесоторговой базы. Там памятник Жукову, я его не буду снимать, я его много раз снимал. Там улица Лескова, там Тургенева, остановка стадион Ленина. Ресторан «Бергамот». Тема этого ролика – прогулка вокруг стадиона Ленина. Давно я хотел прогуляться, прогулка будет долгой, минут, наверное, на 30-40. Мимо тут прохожу, да, и думаю, сниму такой ролик. Думаю, многим было бы интересно посмотреть, что находится сейчас на территории стадиона Ленина, вокруг него. Там скейт-парк молодежный. Катаются на скейтах, на самокатах ребята. Я тоже снимал скейт-парк стадион Ленина по запросу из Орла. Скейт-парк стадион Ленина. Я не буду туда подходить. Такие железные горки, вот они скачут там на этих, на самокатах, прыгают по этим горкам. Гремят железом. Вот видите, смотрите. Вот такой скейт-парк. Прям. Вот так вот делают. Иногда падают. Иногда не падают. Там старинное здание тира. Я там тоже стрелял когда-то в молодости. По бегущему кабану вроде. Но я не занимался на секции. Нас туда как-то приводили. Я вот не помню, постреляли мы там или не постреляли. Может, кто-то стрелял, а мы болели. В общем, я не помню. Тут наши чемпионы. Меньшов Денис. Велосипедист тут. Давайте с вами посмотрим на стадион. На футбольное поле. Конкретно. Я когда сюда прихожу, обычно я его снимаю. Вот футбольное поле. Время 17:14. Баскетбольные кольца мы видим. Вот так оно выглядит сейчас. Футбольное поле стадиона Ленина. Так, пойдемте дальше. Идем опять против часовой стрелки. Вот так мне больше нравится ходить. В прошлом ролике я снимал теннисный корт достроенный. Вот он, синий такой. За ним дорога на в Парк Победы. Кстати, вот бассейн, старое здание.
мимо него можно тоже пройти в Парк Победы. Вон тот дом новый, это как раз возле магазина «Горок». «Крылья» называется жилищный комплекс. Перед ним озеро Веселое. Западная трибуна. Это здание бассейна. Здесь во времена моей юности находилась секция велоспорта, где я занимался. Вели ее тренеры Кубышкин и Осминкин. Я у Осминкина занимался. Ну, не особо так серьезно, просто ходили. Зимой футбол играли, в бассейн ходили, летом на великах катались. Вот сюда мы ходили. Бассейн. Там, если туда пройти, будет дорога налево, вот я вижу, в Парк Победы. Тут прозрачный забор вот как раз за этими сиденьями. Вот синий забор вот этот, это как раз тротуар, ведущий налево в Парк Победы. А проход вот здесь есть, туда. То есть вот так через стадион Ленина можно пройти в Парк Победы. Так, а тут вот загорожено. Как-то мне все не везет. Как не пойду сюда, так все загорожено. Но люди вроде ходят. Вот там за забором находится этот Парк Победы наш. Посмотрим. Докуда удастся дойти, в идеале обойти стадион. Посмотрим, удастся ли это нам. Ну, там и во времена моей юности тоже было футбольное поле, правда, не огороженное стенами вот этими сетчатыми. Играли там и в футбол, бегали. Тут тоже какое-то вот здание строится, не знаю чего. Вообще много тут стало всего. Да и было-то, в общем, немало. Но тогда как-то все это было кучненько, а сейчас вот расстраиваются, осваиваются территории близлежащие. Что это за здание, не знаю. Строится. А тут вот футбол играют. Ребята. Можно ли будет там пройти, не знаю. Так это утеплитель. Попробуем. Если дорога не перекопана, думаю, пройдем. Раньше был ход в Парк Победы вот там. Сейчас не знаю, может, и закрыт. Вот там локация для стрельбы из спортивного лука, я знаю. Вон и мишени стоят, а эти указатели расстояний. Пока идем.
есть шанс пройти, обойти. Вот хотел я обойти стадион Ленина вокруг. Смотреть, что тут делается, что тут строится. Спортплощадки какие-то. Но все это в процессе. А вот это поле для стрельбы из лука. Происходит соревнование лучников на этом поле. Вот стоят подставки для мишеней. Размечено расстояние для стрельбы. Вот, например, 40 метров, 30 метров. Здесь когда-то был фитнес, не знаю, работает или нет. Выглядит мишень для стрельбы из лука, вернее подставка под нее. Сама мишень помещается на этой подставке, она вся истыкана стрелами. Вот такое поле для стрельбы из лука. Там была западная трибуна, а это, наверное, восточная. А если так, то север будет там, а юг в обратную сторону. Направо будет восток, а налево запад. Вот так познавательно. Ну что-то вывесок нету. Может потому что не сезон, может на лето, так сказать. Спортивная жизнь несколько подзамерла. Вот там смотрю, это ворота для мини-футбола. В общем, прошел, обошел, можно сказать. Сейчас я выйду к магазину «Стройстарт». Здесь есть выход. Вот виднеется медицинский институт. ОГУ, медицинский факультет, кажется, так называется. Вот. Вот откуда мы пришли, это там выход на площадь Жукова. Скейт-парк в той стороне находится. А мы идем отсюда. Там вот тир. Не знаю, что сейчас там. Раньше там тир был. И выходим мы к магазину «Стройстарт». Вот этот флигелек, он принадлежит магазину. Я делал как-то обзор на товары. Красиво тут стена. Отбарельефлена. Барельеф. Барельеф. Горельеф. В общем, оформлено красиво.
И все, и выходим. К магазину «Стройстарт», флигелю магазина. Вот площадь Жукова, Тачту и многострадальные. Магазин. Ресторан «Бергамот», откуда мы начали обзор этого стадиона. Все. Спасибо вам за просмотр. Подпишитесь на канал «Из Орла» в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках, ВКонтакте. Если понравился этот ролик, поставьте лайк, напишите комментарий. Поделитесь этим видео с друзьями. А также можете пополнить баланс моего сотового телефона 8-920-889-20 на услуги связи, звонки, смс, интернет. Вот так мы сегодня прогулялись вокруг стадиона Ленина. Возможно, у кого-то какие-то воспоминания возникли. И еще напоследок я, пожалуй, скажу, что это дом Тургенева 41, жилой. Налево будет улица Тургенева. А если пойти направо, то можно также выйти в Парк Победы через гаражи. Вот. Прямо до упора и налево. Ну, дорога там сложная, сразу говорю. А там вот улица Тургенева. Машины едут. Все, до новых встреч.